интересный и необычный эфир. Я сейчас расскажу, почему он интересный и почему он необычный, ну и весь следующий эфир вы посмотрите, правду ли мы вам рассказали, надеемся, что да, и посмотрите интересные идеи. Почему эфир необычный? Мы традиционно в нашем канале приглашаем экспертов, которые напрямую связаны с бизнесом. У нас люди, которые строят процессы, люди, которые занимаются маркетингом, эксперты, которые выстраивают продажи в компаниях. То есть мы всегда говорили о процессах, которые для нашего бизнеса критичны, важны и напрямую воспринимали советы. Этой весной мы хотим сменить угол зрения, и мы хотим посмотреть на то, как работают в других специальностях. Как работают люди, которые напрямую не связаны с нашими обычными рутинными процессами, и найти, чем мы различаемся, чем мы похожи, и что мы можем перенять из других профессий или специальностей, что может также здорово работать в нашем бизнесе или улучшить какой-то отдельный процесс. Поэтому мы встречаемся действительно с представителями других профессий, и я очень рад сегодня у нас в гостях приветствовать Татьяну Славинскую, ученого-когнитивиста, популяризатора науки и человека, который академическую среду знает изнутри. Татьяна, день добрый. Здравствуйте, добрый вечер всем. Так, друзья, смотрите, я немножко расскажу вам еще про то, как мы будем вести эфир. Тут у нас принципиальных отличий не будет. Мы с Татьяной сейчас будем разговаривать. У нас есть в голове план, по которому мы пойдем. Будем, конечно, отвлекаться в разные стороны, если беседа нас заведет куда-то в отдельную ветку. А еще, как всегда, можно отправлять нам вопросы в отдельном чате. Вы такие вопросы можете писать. Я, как всегда, буду подсматривать, что там есть интересного, и иногда вытаскивать в нашу беседу вопросы с чата. Поэтому добро пожаловать, смотрим. Давайте мы начнем, наверное, с погружения. Когда мы говорим «ученый», если мы к этой сфере никак не относились до этого, то вот картинка, не знаю, Эйнштейна или какого-то еще популярного человека из науки возникает у нас перед глазами. Можете нас немножко ввести в курс дела вообще, что такое ученый, что это за профессия, что там происходит? Ну, вообще, если говорить про ученого, тут нужно понимать, о какой науке мы говорим, потому что ученые это такая среднестатистическая картинка, которая представлена в соцсетях, в СМИ и вообще в кино. Мы можем увидеть какой-то удивительный образ. Кто-то в белом халате бегает, закрытый от сообщества, и в лучшем случае иногда выходит пообщаться с окружающим миром. Вообще, образ современного ученого исходит из того, про какую науку, какой наукой он занимается и что мы имеем в виду. Вот если мы говорим вообще про науку в целом, можно выделить два направления – фундаментальную и прикладную науку. Фундаментальная наука – это такое направление, в котором большое количество людей по всему миру пытаются объяснить, как устроен мир, пытаются предложить какую-то единую концепцию и пытаются каким-то образом найти всеобщие универсальные законы, по которым этот мир можно объяснить. Самые известные концепции или теории, которые были предложены в фундаментальной науке – это теория относительности, теория строения вещества, эволюционные теории и так далее. А если мы говорим о прикладной науке, то это наука, которая пытается перевести вот эти фундаментальные теоретические знания на какие-то практические рельсы и сделать достижения фундаментальной науки прикладными. И вот если мы говорим про образ ученого, который занимается фундаментальной наукой, и образ ученого, который занимается прикладной наукой сегодня, вот в наше время, то это будут два разных образа. Тот, кто занимается фундаментальной наукой, он ориентирован на себя, на свое научное сообщество, и ни в коей мере не претендует на то, чтобы быть понятным, доступным окружающему социуму, потому что его результаты исследований, конечно, зависят от того, насколько общество будет поощрять вот эти исследования, эти интересы, но по большому счету нет, потому что те, кто понимает, как работает современная наука, отчетливо понимают, что без фундаментальных знаний ни одна прикладная наука не может развиваться. И поэтому этот ученый может совершенно там сидеть в своей лаборатории, либо заниматься своими расчетами, игнорировать награды и премии, благо такие примеры у нас есть, и, в общем-то, никак не коммуницировать с окружающей средой. Но если мы говорим про прикладную науку, то в наше время совершенно невозможно быть дистанцированным от социума. И вот этот вот идеальный образ, или, может быть, немножечко метафорический, старика в белом халате, который разговаривает на своем языке очень сложном и непонятном окружающем, он уже устарел. И современные ученые, которые занимаются прикладной наукой, это ученые, которые умеют разговаривать с социумом, которые умеют объяснить социуму, чего они хотят. И вот именно в этих ученых очень много, как мне кажется, с представителями бизнеса, общества мы можем найти.
То есть, получается, если я увижу ученого из прикладной науки, то я могу и не отличить его от коллегу, от коллега по бизнесу. Я думаю, что да. Хорошо. Наверное, мы сегодня в эфире будем говорить больше про прикладную науку, не будем в фундаментальную залезать, чтобы ближе всего, скорее всего, нам именно эта область. Хорошо. Тогда, если по внешнему виду я уже не отличаю ученого из прикладной области и, например, человека, занимающегося бизнесом, чем же в процессах они принципиально разные? Что делает ученый из прикладной науки в ежедневном формате? Ну, вы знаете, опять... Я не думаю, что мы как-то сильно отличаемся от живых людей. Мы так же, как и все, в общем-то, живем какими-то обычными своими личными интересами. Наверное, что принципиально нас отличает, это то, что мы занимаемся исследованиями. Мы занимаемся научной деятельностью, и научная деятельность – это достаточно специфический тип деятельности. Это такой тип деятельности, который все время ориентирован на какую-то перспективу. У нас всегда есть цели, которые мы ставим очень далеко вперед. На языке науки это объект исследования, то, чем мы занимаемся, вот, как правило, в перспективе своей жизни, и те цели, которые мы ставим на какую-то такую краткосрочную перспективу. И вся наша жизнь посвящена достижению этих целей. То есть, по сути, если вы спросите ученого, который включается в научные исследования, чем он занимается в свободное время, он вполне, возможно, задаст вам вопрос, а это что такое вообще? Потому что огромное счастье, огромная привилегия тех, кто занимается наукой, это то, что наша работа совпадает с нашими интересами, и наше хобби соответствует то, что принято называть работой. Вот эта увлеченность процессом, вот эта постоянная погруженность в контекст того, чем мы занимаемся, это, наверное, главная отличительная особенность вот от обычно живых людей. В чем это выражается? Понимаете, когда перед ученым стоит какой-то вопрос, который он исследует, или какая-то проблема, которую он анализирует, мы не можем думать о ней с 9 до 5. То есть ты ставишь какие-то задачи, ты ставишь перед собой какие-то вопросы, ты ищешь на них ответы, но эти ответы не ищутся в пределах рабочего времени. Они ищутся нон-стоп, постоянно, и поэтому работа – это то, что, в общем-то, наверное, нас занимает постоянно. Кажется, мы здесь очень сильно пересекаемся с бизнесом, потому что тоже увлеченных людей из бизнеса, которых я знаю и вижу, нельзя сказать, что они работают в какое-то окно с 9 до 5, ну, до скольки угодно. То есть все равно эти мысли, как оптимизировать, как лучше сделать, и даже если ты увидишь, не знаю, рекламу, плакат, обрывок фразы ты слышишь в разговоре с друзьями, оно все равно у тебя ложится и цепляет те мысли, которые постоянно фокусируют тебя на достижении результата. Если результат в бизнесе – это чаще всего коммерческий результат, вот мы как представляем, иногда это результат процессный, мы хотим построить процесс, но подчинено все это задаче общей коммерческой. Мы коммерческие структуры, по большей части, и мы говорим, даже оптимизация процесса даст нам там, ускорение по времени или оптимизацию издержек или что-то такое. Что для ученого такая цель? Смотрите, но если мы говорим про результат научного исследования, то для нас результатов очень много. Результата может быть очень много чего, и, по сути, любое промежуточное там какое-то итоговое решение – это уже результат. Но здесь я бы подходила с трех таких принципиальных моментов. Например, мы ставим перед собой цель провести какой-то эксперимент, и мы ожидаем результаты этого эксперимента. Причем неважно, какой эксперимент мы берем. Либо это какой-то физический, химический, биологический эксперимент, практический, либо это теоретический эксперимент. То есть, условно, мы работаем над какой-то научной гипотезой. Мы проводим какие-то исследования, и в результате приходим к какому-то выводу. Этот вывод может быть, первое, мы чего-то предполагали, и мы это получили. То есть наши ожидания совпали с нашей реальностью, наша гипотеза подтвердилась. Отлично, это прекрасный результат. Но, по большому счету, ученые не сильно радуются такому результату, потому что если, проводя научные исследования, мы получили тот результат, на который рассчитывали, это значит, мы в конце, в цепочке наших исследований и там, каких-то наших поисков. Гораздо более интересны другие ситуации. Например, мы ставим какой-то эксперимент, это касается практического эксперимента, и у нас не получилось ничего. Ну, то есть, условно, мы хотели синтезировать какое-то вещество, но на выходе у нас получилась черная масса, в которой мы не можем выделить ни одного компонента, кроме там золы и там, каких-то там следов продуктов распада.
Это отличная история, потому что, значит, мы что-то совсем сделали не так, и горизонт исследования у нас становится прям колоссальным. Мы начинаем разбираться в том, что мы сделали не так. Но, пожалуй, самый оптимальный и самый интересный вариант, когда мы ставим эксперимент, когда мы там продумываем дизайн эксперимента, когда мы получаем какой-то результат, и результат оказывается совершенно не тем, которым мы надеялись. Но при этом мы получили какое-то вещество, мы получили соединение, которое, ну, берем такой идеальный вариант, научному сообществу неизвестно, но в результате этого процесса мы можем претендовать на открытие нового процесса. И вот это потрясающая история. Почему? Потому что, анализируя то, что мы делали, в какой последовательности, где мы что сделали не так, а, скорее всего, там точно будет что-то такое, что мы сделали не так, мы можем понять очень много про ход нашего исследования. И вот эти ошибки для ученого-исследователя всегда гораздо более ценны, чем прогнозируемые результаты. Почему? Потому что они дают нам совершенно новые горизонты и варианты исследования. Понимаете, научная деятельность – это такая деятельность, которая идет нон-стоп. Мы не можем говорить о ней в каком-то пролонгированном периоде, даже в рамках жизни одного ученого, потому что жизнь ученого – это, конечно, ценная история, но если мы говорим о научном процессе, то мы говорим скорее о какой-то глобальной динамике, о глобальных тенденциях. И вот здесь ошибки – это то, что очень интересно. И более того, когда мы читаем научные публикации, те, кто занимается практическими исследованиями, мы пытаемся найти в этих публикациях то, что стоит за кадром, то, о чем не пишут ученые. Другое дело, что, конечно, даже в самых серьезных изданиях, Science, Lancet, не всегда, или там в каких-то специфических профильных изданиях, не всегда эти ошибки показываются, потому что, анализируя ошибки, анализируя вот эти моменты, куда пошло не так, мы можем выйти на те сферы, которые очень перспективны, очень интересны здесь сейчас. Вот это прям очень интересно. Сфокусированность на процессе и на длинном горизонте, наверное, отличает нас действительно от большинства предпринимателей, я имею в виду, отличает академическую среду, потому что, по сути, бизнес двигается аналогично. Он ставит гипотезы, и в конце своего эксперимента, желательно короткого, а не длинного, он получает результат. Гипотеза подтвердилась или не подтвердилась. И, конечно, мы нацелены на то, что гипотеза подтвердилась. Бизнесу это исключительно важно. И вот здесь, я напомню, если вы присоединились к нам только что, то мы сейчас пытаемся сравнить разные сферы деятельности, можно так сказать, да, научную сферу деятельности и бизнес-сферу, и пытаемся понять, что же мы можем такого перенять, подсмотреть интересного, что может помочь нам развивать свой бизнес внутри. И вот здесь как раз тут та самая точка, которая, мне кажется, может быть нам полезна. Это аналитика того, что пошло не так. И если ученое сообщество эту аналитику радостно воспринимает ошибки, потому что они открывают новые горизонты исследований и практического знания, то для нас это история в том, как мы можем использовать вот эти ошибки в дальнейшем, либо не совершать их, либо скорректировать там ту самую гипотезу, которую мы выдвигаем, либо там занести это в условную нашу базу знаний и всем красным там почерком написать: смотрите, ребята, больше так никогда не делайте, или еще что-то. Вот эту аналитику мы, кстати, часто пропускаем. Вот классический цикл, там, который мы проходим, в аналитику можем не впадать, а хотелось бы и интересно. Мы начали говорить про горизонт планирования. И вот если в академическом сообществе, насколько я слышу, нет такого, что мы останавливаемся на каком-то моменте, мы стараемся этот горизонт делать максимально далеким, то в бизнесе горизонт планирования классически делится на там оперативное ближайшее, там среднесрочное планирование, долгосрочное планирование. А что в академической среде может таким аналогом быть долгосрочного, там среднесрочного и краткосрочного? Смотрите, но у нас тоже не совсем без планов, да, потому что мы прекрасно понимаем, что если мы актуализируем какую-то проблему, эту проблему нужно решать. А решать ее нужно степ-бай-степ. Вот эта стратегия малых шагов – это наше все, это то, на что мы ориентируемся. Но вопрос в том, что когда мы говорим о науке, мы не можем говорить о ближайшей перспективе. Вот я уже начинала говорить про объекты, предмет исследования. Смотрите, у любого ученого всегда есть объект исследования, такая сфера науки, на которую он ориентирован. Например,
одно из там модных направлений физики сегодня, это исследование космоса, в частности, исследование Марса. Благодаря Илону Маску это направление прям мейнстримное, и даже студенты и школьники пишут научные работы по этому поводу, потому что, ну, это такая тема на слуху, она очень яркая. И вот если объектом исследования у нас является Марс, но Марс – это такая очень большая история. В нем можно исследовать все, что угодно, начиная от того, как он устроен, состав его поверхности, до того, как туда доставлять воду на этот самый Марс. То мы же сразу не можем это все прям так анализировать. И это тот самый очень долгий горизонт исследования. Мы исследуем Марс, объектом исследования является Марс, и огромное количество ученых во всем мире на протяжении большого количества лет занимается аналитикой всего того, что связано с этим объектом исследования. Но в рамках одной человеческой жизни и одного конкретно взятого ученого все равно нужна какая-то фокусировка на чем-то измеримом, обозримом, том, что мы можем зафиксировать здесь и сейчас, и с чего мы можем начинать. И, как правило, предметом исследования, то, на что делается фокус, выбирается какая-то очень маленькая сфера вот этого самого большого объекта. Например, состав поверхности Марса. Или, например, колебания температур на поверхности Марса и так далее. И когда ученые анализируют какую-то вот такую маленькую проблему, получают результаты, обязательно анализируют ее, потому что аналитика – это наше все. Результат каждого научного эксперимента, каждого научного исследования всегда анализируется. Причем не только на предмет, как я говорила, удач и неудач, но и перспектив. Мы получили какой-то результат. О чем этот результат для нас говорит? Какие горизонты он может для нас открыть? Потому что бывает так, что аналитика даже самого элементарного эксперимента может подбросить какие-то совершенно интересные, совершенно там фундаментальные истории. Мы можем выйти куда-то туда, куда даже не предполагали. И поэтому, анализируя вот этот маленький шаг, мы, исходя из его результатов, выстраиваем следующий, держа в фокусе внимания, вот этот вот главный вектор, объект исследования. Но бывает так, что, занимаясь аналитикой, например, того же самого Марса, в рамках какого-то предмета мы выходим на совершенно другие интересы научные, потому что в науке нельзя развиваться, нельзя заниматься научной деятельностью, если тебе не интересно то, что ты делаешь. И поэтому успех у ученого, его лично персональный и принятый, и вообще признанный в социальном сообществе, научном сообществе, это тот результат, который не может появиться без вовлеченности. И вот если ученый, занимаясь исследованием Марса, выводит на то, что ему вообще интересно строение Солнечной системы в целом, он меняет свой объект исследования, и таким образом он может изменить долгосрочный горизонт своего развития. По сути, если мы посмотрим на, мы попробуем перевести это на человеческий язык, то, о чем я сказала, вот эти объекты исследования, предметы исследования, и свести или провести некую аналогию с долгосрочным, краткосрочным планированием, для нас очень важен вектор, очень важна этапность достижения этого вектора. И очень важна, наверное, самое главное во всей этой истории, аналитика каждого промежуточного полученного результата для того, чтобы понимать, куда мы движемся дальше и как именно мы это будем делать. Может ли быть так, Татьяна, что мы, я сейчас говорю про ученых, что не мы, я причисляю себя как будто, на самом деле нет совсем. Может ли быть так, что ученый пропускает вот тот самый предмет исследования, условный Марс, а начинает с простого шага, который не ставит перед собой целью исследования общего Марса, а просто мне интересны температуры, и вот поисследую ли я. Может ли быть только короткий горизонт планирования, а длинного не быть? Может быть, но формулировка вопроса должна быть четкая. Понимаете, мы начинаем с того, что мы задаем себе вопрос. Вообще ученых с раннего детства учат задавать вопросы. И это, знаете, раннее детство, вот когда человек решает заниматься наукой, кто-то в школе решает это делать, кто-то в университете. Ну, позже, как правило, нет, уже к окончанию университета понятно, будешь ты заниматься наукой или нет. Вот эта вот история, задавать вопрос «почему?» и формулировать вопрос, это то, с чего начинается научное сообщество в принципе, и начинается деятельность любого ученого. Поэтому, конечно, проблема исследования может быть
очень простая, она может быть даже элементарная. Но самое главное, что она должна быть четко сформулирована. Ученый должен понимать, что именно он исследует, на какой именно вопрос он ищет ответ. Потому что, знаете, вот эта вот история, пойду-ка я в лабораторию чем-нибудь позанимаюсь, это такая сказочная история, знаете, такая вот совершенно далекая от науки, совершенно далекая от реальности. Это миф, мы всегда знаем, чего мы именно делаем и на какой именно вопрос мы ищем ответ. Кажется, что это еще одна точка, которую мы себе можем забрать и подсмотреть, потому что во всех там тренингах, книжках и классической литературе про бизнес мы всегда понимаем и слышим, и читаем, что нужно ставить перед собой цель. Если ты не видишь точку Б и не определяешь свою точку А, непонятно, куда ты дойдешь, но точно не туда, куда-то, но не в ту цель. Но очень часто так бывает, и мы... Извините, что перебью вас вот по поводу цели. Смотрите, насколько я понимаю, что пишет, вот вообще, насколько я читала эти книжки по поводу постановки целей в бизнес-сообществе, там упускается один очень важный момент. Даже когда пишут про то, что цель должна быть конкретная, измеримая, обозримая, там ничего нет про формулировку этой цели. И, как правило, когда мы начинаем говорить про цель, у нас оказывается о том, что целью является увеличить там стоимость бизнеса во столько-то раз. Но это не конкретная, измеримая на ближайшую там перспективу цель, это не предмет исследования, вот то, о чем вы меня спрашивали заранее. Очень важно детализировать вопрос в нюансах. А, знаете, есть еще одна такая подсказка, которую мне один профессор, у которого я училась, еще там на первом курсе сказал. Когда вы задаете вопрос, вот этот вопрос, который вы задаете, складывается из двух моментов. Первое, что вы уже знаете про спрашиваемый предмет и чего вы еще не знаете. И если ваш вопрос включает вот этот момент «я что-то знаю», значит, это ваш предмет исследования. Значит, это то, что в ближайшей перспективе вы сможете определить. А если вы вообще ничего не знаете, значит, это то, что у вас прям там долгосрочная перспектива, и вот туда двигаетесь, и, ну, прежде чем вы туда двигаетесь, начните с чего-то здесь и сейчас, ну, более реального, более понятного. Попробуем сейчас в конкретику немножко перевести тезис. Вот если я сформулировал, я хочу увеличить стоимость бизнеса в 3 раза, и это не совсем правильная цель, как можно ее докрутить здесь? Но если мы говорим про стоимость бизнеса, что конкретно мне не нравится в моем бизнесе сейчас и почему возникает вопрос стоимости? Ну, то есть вот что конкретно... Допустим, я планирую его продать через 5 лет. Ну, почему вы его хотите продать? Хочу заработать, ну, такая моя модель движения. Я начинаю бизнес, он увеличивается в стоимости, я хочу эту разницу получить себе. Зачем вам деньги? Хороший вопрос. Ну, здесь у меня быстрого ответа, конечно, не будет, да, но без и этого вот смотрите, ответа не получается. И смотрите, и получается, что когда возникает вопрос, зачем мне деньги, и когда вы начинаете искать ответ на этот вопрос, то может вполне оказаться, что бизнес продавать вообще не надо, и что изначально у вас стоит вопрос не про деньги, а про какие-то другие вещи. Вообще, если возникает вопрос с деньгами, это уже мы уходим в сторону когнитивистики и уходим от фундаментальной прикладной науки, тут же мы переходим в сферу механизма принятия решения и вообще специфики мышления людей в целом, все живые люди так думают. Вот здесь возникает вопрос, если возникает вопрос о деньгах, это всегда вопрос про какую-то незакрытую потребность. И нужно искать эту незакрытую потребность. Не обязательно она закрывается деньгами. Прям интересно, сейчас я как будто у коуча на разговоре, и прям не-не-не. Такие вопросы. Не-не, я не по этой теме вообще. Коучинг – это же вопросы, и вопросы очень понятные и близкие. Когда вопрос «зачем» ты задаешь несколько раз, это есть там в японских философии, не философии, вернее, а методологии работы. 5 раз ты задаешь вопрос «зачем», да, и на 5-й ты получаешь какой-то реальный ответ более-менее. Тут все очень близко. Хорошо. Вопрос полезный, конкретная цель, понятно. В формулировке этой цели мы видим 2 части. Часть, которую ты знаешь, часть, которую ты хочешь исследовать, хочешь получить ответ на которую, и формулировка самой цели – суперважная история. Хорошо, здесь немножко поняли. Когда мы ставим задачи в бизнесе или цели в бизнесе, мы можем достигать их на какой-то определенный процент. Я хочу прибыль в там, 100 тысяч, я добился 80, я выполнил свою цель на 80%. Может ли быть такая система в задачах, целях, которые ставит перед собой ученый?
Да, как я уже говорила, нас устраивает совершенно любой результат. Вообще, вот мы провели какой-то эксперимент, мысленный, либо там, практический эксперимент, мы получили какой-то результат отлично. Понимаете, научному познанию совершенно не принципиально, нет, конечно, принципиально, это я утрирую, да, не глобализируем это все, не так важно, с каким именно результатом мы работаем. Когда мы находимся в процессе решения какой-то проблемы, для нас важны любые входные данные, либо те, которые получаем мы, либо те, которые нам подбрасывают коллеги, либо те, которые мы видим в научных публикациях, либо то, что вот мы шли по улице, случайно включилось какое-то озарение, вообще никак не связанное с типом нашей деятельности. Важна любая входящая информация. Поэтому, да, безусловно, даже, как я говорила, полностью сгоревший эксперимент, отличная история, мы четко понимаем, чего мы делать не будем. Знаете, кстати, вот если говорить про оценку результатов и ошибок, чем, наверное, принципиально отличается научное сообщество от любого другого социального образования? Нас не пугают ошибки, нас не пугают провалы. Более того, нас к этому готовят с детства. Когда мы занимаемся научными исследованиями, у нас никогда сразу не получается. Когда мы начинаем решать задачи, мы их не умеем решать. В том числе, как грамотно учат. Сначала дают ребенку попробовать что-то сделать. Ребенок попробовал, получилось, молодец. Не получилось, садимся, разбираемся, почему не получилось. В научных экспериментах та же самая история. Ну, конечно, это касается там, где все безопасно, где не рванет пол лаборатории, и там все не пострадают. Но вот эта вот история про... Когда ты что-то делаешь, у тебя не получается, когда ты что-то делаешь, тебя критикуют. Это отличная работающая история, потому что вот эта толерантность к критике, вот эта устойчивость к тому, что ты не молодец, она очень здорово помогает двигаться вперед, потому что нас не обесточивает, если у нас что-то не получается. Более того, это вариант нормы. И почему мозгу это классно, вот такая установка, почему она так классно работает? Потому что с точки зрения того, как наш мозг принимает решения, ошибочные решения для него гораздо более предпочтительны, чем результативные решения. Почему? Потому что когда мы пытаемся решить сложную задачу и совершаем ошибку, мы точно понимаем, как ее решать больше не надо. Причем запоминаем это так хорошо, ну, особенно если это связано с каким-то подкрепляющим моментом. Например, пишем контрольную работу, получили 2 балла. Почему? Посмотрели на задачи, поняли, как они решаются неправильно. Даже если это было в 5 классе, на экзамене в 11 мы такую задачу решим правильно. Ну, статистика об этом говорит и показывает, что если что-то очень сильно впечатлило из варианта ошибок, мы это запоминаем на всю жизнь. Понимаете, вот эта вот штука, когда мы четко понимаем, куда не надо, анализируем, что пошло не так, автоматически приводит к тому, что наш мозг начинает искать альтернативные варианты, четко понимая, вот куда точно не надо. И вот этот горизонт возможностей, он сужается, пусть там на одну позицию, но, как правило, оказывается, что не на одну, потому что ошибка в каком-то направлении – это, ну, блокирование одного направления. И в этом смысле это такая очень хорошая история. И, знаете, 80% полученного результата – это очень хорошая цифра для нас вообще, прям вообще. Мы работаем с другими результатами. Не так все щедро у нас в науке по сравнению с бизнесом. Это вопрос, который мы сейчас обсуждаем, который, наверное, меня больше всего волнует в нашем диалоге. Я когда продумывал, про что бы мне интереснее всего было узнать и спросить, как методично совершать ошибки и не бояться их. Я полностью понимаю логику, которую вы рассказываете. И я думаю, что много кто и читал, и слышал про нее, что ошибки – это нормально. Про все бизнесы говорят. Там 9 раз бизнес у тебя не получился, на 10-й получился, и в этом секрет предпринимательства. Но психологически это настолько сложно в себе воспитать. Как это получается? Если с детства тебя не приучили вот в этой академической среде так делать, может быть, есть какой-то лайфхак? Но знаете, тут есть еще один момент. Если вот вы пытаетесь провести прямую аналогию между академической средой и бизнес-средой, тут есть один слабый момент. Это риски. Финансовые риски, репутационные риски,
риски, которые могут быть связаны с потерей каких-то важных и значимых ресурсов, ну, там, не только денег, но, например, потеря статуса какого-то, потеря там, ну, каких-то таких очень значимых моментов, которые для бизнес-сообщества принципиальны. Понимаете, в академической среде перманентно стоит установка о том, что ошибки – это нормально. Ну, вот вы ставили эксперимент, у вас что-то не получилось, ну, нормально. Финансировали этот эксперимент, было понятно, что прописывали в там, заявке на финансирование о том, что мы планируем делать то-то, то-то. Мы оцениваем вероятность достижения положительного результата столько-то, столько-то процентов. Там никогда не будет 100 вообще. То есть там, более того, это такие очень смелые граждане пишут про процент, там, я не знаю, мы получим вещество, где полезный выход будет 56%. Секундочку, но очень храбрые люди это делают. Но в любом случае, когда выделяются финансирование на какое-то исследование, те, кто выделяют эти деньги, понимают, что они, конечно, очень хотят положительный результат, они очень хотят получить это вещество, либо такой-то там собранный, там, не знаю, коллайдер или там тоже технологию какую-то, там уже такую применимую на практике. Но если не получится, ну, не получится, но так в науке это работает. В бизнес-сообществе это немножко по-другому. Когда прогнозируется, ну, хотя я не являюсь большим специалистом по развитию бизнеса, но вот эта вот история, когда прогнозируется какой-то результат, и этот результат связан с очень большими рисками, здесь включается другая история. Понимаете, это ведь не только про страх ошибок, это про принятие потерь, которые будут неизбежны в случае неоправданных ожиданий. И здесь, понимаете, когда идет разговор про то, как не бояться ошибок в бизнесе, ну, точно так же, как во всех других сферах. Но вопрос в том, что делать с последствиями этих ошибок. И мне кажется, что вот где начинается дискуссия о том, как научиться не бояться ошибок в бизнесе, нужно не про ошибки говорить, а нужно говорить про то, как работать с неоправданными ожиданиями и с рисками, которые стали реальностью. Это другая тема. Она большая, я согласен, тут не один аспект. Наверное, нам будет проще разделить это на, если мы такую аналогию проводим, на экспериментальные программы у себя внутри бизнеса и на регулярные. Если я ставлю план продаж, и мне эта цифра критична, потому что на нее завязаны люди, оборот компании, сама жизнь компании, да, действительно сложно сказать, ну, что-то не получилось, 25% наш результат, остальные гипотезы мы отмели. Очень болезненно для всего бизнеса целиком. Но если мы говорим, мы хотим поставить эксперимент в там, маркетинге, продажах и понимаем риски этой затеи, что она может не сложиться совсем. И тогда действительно мы работаем с ожиданиями и говорим, друзья, можем ли мы сейчас профинансировать эту идею, которая может и не привести нас ни к чему, но зато даст нам возможность дальше найти хорошую идею точно, которая выстрелит без этого процесса, нам не найти там, новые способы рекламы условно. Ну да, это, знаете, как у нас, когда мы ставим, ну, пытаемся масштабировать какие-то процессы, но там же есть нюансы, да, например, когда мы ставим, ну, в исследовании мозга, мы ставим эксперименты на мышах, и у нас есть результат. Ну, на мышах их, конечно, жалко, но не так жалко, как людей. И когда мы получаем какие-то результаты на мышах, причем впечатляющие, потрясающие, колоссальные, мы говорим, вау, классно, сейчас вот мы в области человеческого мозга сделаем такие же эксперименты и получим такие же результаты. На мышах это дешевле, это быстрее и не так жалко живых существ. Но когда этот эксперимент начинает экстраполироваться на людей, то оказывается, что то, что работало на мышах, на людях, не всегда работает. И несмотря на то, что у нас там некоторые закономерности похожи, оказывается, что совсем другие результаты мы получаем. И вот эти вот риски и последствия, которые переносятся на людей, это то, о чем вы говорили, наверное, в бизнесе. Поэтому здесь аналогия вполне уместна. Минимизация каких-то там рисков за счет уменьшения выборки и проба на выборке, которая, ну, не так жалко, скажем так, да? Угу. Если что-то пойдет не так, ну же, что же делать, бывает. Ну, здесь, кажется, мы хорошо понимаем историю там, пилотных проектов или небольшой выборки, экспериментах на небольших группах той же самой базы клиентов. Там, если мы что-то новое планируем, мы говорим, сначала мы экспериментируем на 10% нашей базы, смотрим на обратную связь и потом масштабируем на всех, если это отлично полетело. Да, здесь мы, наверное, похожи, этот путь уже есть внутри бизнеса, мы его переняли.
Мы говорили сейчас про то, как реагируют, например, коллеги на ошибки, неудачи, и как они публикуют свои исследования, не говоря полностью обо всех ошибках, а публикуя только там классные результаты. Я хочу немножко поговорить про сообщество, которое есть, академическое сообщество, потому что бизнес-сообщество есть разное, оно бывает конкурентное, и тогда ты там хранишь тайну коммерческую, никому ничего не рассказываешь. А при этом есть там конференции, условно, на которых ты показываешь неудачные свои опыты и там проекты. Как обстоит дело в академической среде, у ученых, насколько для вас коллеги это конкуренты или поддерживающие окружение? Слушайте, это такой интересный вопрос, потому что на самом деле есть нормы научного сообщества. Такая этика науки. Согласно этике науки считается, что все результаты, которые получают ученые, они тут же должны выкладывать в открытый доступ для того, чтобы все научное сообщество могло пользоваться этими результатами для всеобщего блага и для всеобщего развития научного знания в целом. И все ученые, которые занимаются наукой, вот буквально там с первых курсов университетов осваивают эти научные, знаете, как бывает, клятва у врачей, и вот такая же моральная история есть у ученых. Но вопрос в том, что тут же, сдав зачет, эта тема, ну, когда студент приходит в лабораторию, если ему повезло с первого курса там ставить какие-то эксперименты, ему говорят, это все хорошо, но ты понимаешь, есть вопрос финансирования, есть вопрос репутационный, и есть вопрос, который, знаешь, мы-то, конечно, открыты, но иногда можно и приподзакрыться. И вот эта вот история, связанная с конкуренцией в научной среде, она очевидна. Причем она, знаете, тем сильнее, чем более коммерциализировано вот это направление. И поэтому, несмотря на то, что у нас есть запрет на плагиат, мы видим, к счастью, пока небольшое количество, но мы, или просто, знаете, мы не знаем про это большое количество, но мы видим примеры ученых, которые занимаются сознательной фальсификацией, скрытием результатов, подтасовки каких-то результатов. И несмотря на то, что существует очень серьезный, очень жесткий фильтр в варианте научных сообществ, которые занимаются проверкой, перепроверкой результатов, у нас все больше и больше появляется фейковых вот публикаций на эту тему. Благо сейчас искусственный интеллект к этому подключился, очень активно генерирует научно-подобный контент. Но вот эта вот история, когда ученые даже в самых ведущих изданиях, например, Science, Lancet, все равно проскакивают с публикациями такими фальсифицируемыми, они бывают. Почему это происходит? Потому что, как правило, если мы берем какую-то очень классно развивающуюся и очень классно финансируемую во всем мире область знаний, например, клонирование, эта тема очень интересна не только на уровне каких-то государственных институций, но и на уровне частных компаний. А мы знаем, что современная наука, для того, чтобы она развивалась, она должна получать финансирование от как можно большего количества источников, потому что современная наука – это очень дорогое удовольствие. Современные ученые не могут, к сожалению, сидеть в своей лаборатории в одиночестве, как это делал великий Ньютон, или не могут работать в рамках университета, как это делал великий Эйнштейн. Сейчас глобальные исследования, это исследования, которые касаются ученых во всем мире. Если мы говорим про разработку той или иной проблемы, например, того же клонирования, в каждой стране, которая может себе это позволить, есть лаборатории, которые занимаются исследованием этой тематики. Почему говорю «может себе позволить»? Потому что наука современная настолько сложна, что сейчас мы видим дробление. Например, в одной стране делается фокус на клонировании, в другой стране делается фокус на атомной энергетике и строение атома, да? И более того, образовываются такие конгломераты ученых из разных стран, например, ЦЕРСКИ, исследовательский центр, который занимается строением атома детально, где там огромное количество ученых со всего мира принимают участие. И вот смотрите, что получается, что ученые, которые занимаются вот этой ведущей областью исследования, которая очень хорошо финансируется, тем более преференции получают и финансовых, и статусных, чем они более известны. А известность – это и вообще имя в науке, это в первую очередь, конечно, публикации и признание в научном сообществе. А признание это можно получить только потому, какие результаты ты демонстрируешь и показываешь. То есть условно, какие публикации ты пишешь. И поэтому ученые идут на фальсификацию. Там один из самых последних громких скандалов был скандал южнокорейского ученого, к сожалению, не помню его фамилию,
который публиковал регулярно в 2004 и 2005 году статьи в журнале Science на тему клонирования. И там была история клонирования человеческих эмбриональных стволовых клеток. И он показывал там потрясающий результат. Это произвело фурор, конечно. Но другое дело, что, конечно, быстро было понятно, что это там фальсифицированные результаты. И вот это вот стремление быть признанным в научном сообществе, оно, конечно, иногда вылазит боком. Но с другой стороны, если мы берем, с одной стороны, не такие перспективные области, скажем так, не настолько топовые и не настолько коммерциализированные, а с другой стороны, даже если такие топовые и коммерциализированные, всегда есть группа ученых, которые занимаются наукой ради науки. Знаете, такой принцип: мне денег не надо, только пускайте на работу, потому что вот само исследование и занятие наукой – это смысл моей жизни. И если я потеряю смысл этой жизни, ну, собственно, зачем мне будет жить? Вот когда мы говорим про коммуникацию, таких ученых, это потрясающая история. Когда ты приезжаешь на конгресс, знаете, я из Беларуси, и когда я приезжаю на какие-нибудь международные конгрессы, и там ученые мировые узнают, что есть Беларусь, они говорят: господи, неужели у вас там еще кто-то занимается наукой? И они бесплатно готовы высылать там свои личные наработки, они бесплатно предоставляют доступ к каким-то очень интересным исследованиям, они готовы к сотрудничеству. Вот эта открытость международного сообщества, она поражает. Почему? Потому что ну, уже приятно, да, мы к этому привыкли. Почему? Потому что научное знание генерируется на стыке, и чем больше разных людей, чем больше разных направлений будет вот здесь вот обмениваться своими идеями, тем лучше будут результаты. Поэтому здесь у нас вроде все неплохо. Убрать бы плагиат и вот эту вот недобросовестную конкуренцию, оставить бы вот эту идеальную картинку «наука ради науки», и все классно будет. Ну, такая идеальная картина. Ну, кажется, тоже два полюса, и тут и вопрос интересантов. Если ученый сам по себе стремится знаниями делиться, и это, ну, по сути, суть ученого, да, ты делишься знаниями и, обогащая других и себя, получаешь новые результаты, в этом смысл, то как только примешивается коммерция, а тут мы, как слышим, в исследованиях очень большая часть и очень дорогие исследования, то часть результатов уже показывать как-то не с руки, потому что на них потрачены чьи-то средства, и просто так эти средства нельзя с другими поделить. Угу. Вы говорите про бренд в научном сообществе, личный бренд. И на этом личном бренде завязано, насколько тебе доверяют инвесторы, насколько готовы спонсировать тебя в твоих исследованиях. Единственный ли способ поднимать личный бренд, строить личный бренд – это публикации? Или есть что-то еще? Знаете что, у нас это называется имя и репутация. Мы очень не любим слово «личный бренд». Объясню, почему. Потом отвечу на ваш вопрос по сути. Смотрите, вообще вот словосочетание «личный бренд», оно, по мнению очень многих моих коллег, по моему собственному тоже, оно очень девальвировано в последнее время, потому что очень много инструкций по поводу того, как развивать личный бренд, очень много советов, которые сводятся к тому, что хвали себя на широких просторах Инстаграма, снимай красивые рилсы, и будет тебе счастье, будет у тебя узнаваемый личный бренд, который будет тебя продавать. Вот эта вот история, она не имеет вообще ничего общего к репутации и имени в науке, потому что, по большому счету, то, что называется репутацией и именем в научном сообществе, это то, что формируется годами. То, что начинает формироваться, вот как только вы переходите в академическую среду еще неофитом зеленым, и на протяжении своей жизни чего вы делаете? Как формируется это имя и репутация? В первую очередь, конечно, это результаты исследования, которые ты даешь. Это те знания, которые ты генерируешь в себя, те гипотезы, которые ты можешь продуцировать, то есть, по сути, это такие очень измеримые и очень фиксируемые вещи. Более того, в академической среде вообще не принято себя хвалить. Ну, то есть я не знаю ни одного гениального ученого, ну или ученого, который я считаю гениальным, из живых и почивших, которые бы рассказывали о том, что, смотрите, я такой молодец, я такие прям классные результаты показываю, вы вот сейчас все ко мне идите, я вам сейчас тут все расскажу. Понимаете, для того, чтобы иметь честь это
прям действительно честь работать с гениальными умами. Во-первых, до них нужно дорасти немножечко, чтобы понимать, как они говорят, о чем они говорят. Во-вторых, нужно приблизиться по уровню. В-третьих, ты о них узнаешь не потому, что они рассказывают, какие они молодцы, а потому что ты знакомишься с его трудами, ты знакомишься с мнением другого научного сообщества, кого вы считаете экспертом, на кого вы ориентируетесь. И потом, понимаете, вот эта вот история про долгосрочное планирование может быть апплицирована и на понятие авторитетов науки, потому что как развиваются ученые в научном сообществе? Это не только ты приходишь в лабораторию и что-то делаешь. Ты всегда выбираешь, в какую лабораторию ты приходишь и в каком научном сообществе ты будешь развиваться. К счастью, у нас сейчас открыт мир. И там, живя в одной стране, ты можешь быть частью научного сообщества не только в другой стране, а такого, знаете, объединенного комьюнити, когда ученые из разных стран мира организовывают одну группу и проводят там исследования какое-то, да, в какой-то определенной тематике. И это касается всех сфер науки. И понимаете, вот для того, чтобы развиваться, очень нужно понимать, на кого ты ориентируешься в своей профессии, и выстраивать эту стратификацию. Например, ты хочешь учиться у самого большого мастодонта, но сначала ты не можешь, или работать с ним в одной лаборатории, но сначала ты не можешь, потому что твой уровень квалификации это не позволяет. Тебе нужно дотянуться до того, кого ты можешь себе условно позволить, и дальше, и дальше. И вот эта иерархия в научном сообществе, она известна всем, кто находится в научном сообществе. Яркие имена ныне живущих, с кем можно работать и учиться, они в рамках той или иной сферы впитываются вот буквально с молодых ногтей, потому что мы понимаем, кто у нас авторитеты, мы понимаем, кто у нас лидеры в этой области, и мы ориентируемся на них. Почему в науке так принципиально ориентироваться на лидеров? И почему, конечно, вот эти альтернативные позиции, альтернативные концепты, они очень важны, но в то же время они всегда идут в некой солидаризации с доминирующей теорией. Потому что научное знание, оно всегда преемственно. Не бывает науки, которая ни на чем не основана. Тем более, если мы говорим о современном академическом сообществе. И поэтому, если возвращаться к вашему вопросу личного бренда, что такое личный бренд? Уже перевожу слова репутация и имя на язык бизнеса. Вот личный бренд в науке. Это ученый, который показывает потрясающие результаты, измеримые, там, осязаемые, достоверные, который показывает свой опыт ошибок, который не боится своих ошибок, не боится своего несовершенства, который может продемонстрировать лидеров научного сообщества, с кем он делал совместные партнерские проекты. И более того, это человек, который никогда о себе не будет говорить, какой он молодец. Знаете, здесь очень хорошо слова Михаила Афанасьевича подходят о том, что никогда ничего не просите ни у кого, сами предложат и сами дадут. И вот с личными брендами в науке это так и работает. И я думаю, что вы знаете, вот по российскому сообществу таких ученых, да, например, Вячеслав Альбертович Дубынин, которого сейчас зовут везде, куда только вообще угодно, один из лидеров современной образовательной среды, и вот, пожалуйста, вам что-то я не припомню, чтобы он как-то куда-то напрашивался, сами зовут и сами приглашают. Это интересное, очень... Ну, такое противопоставление. Все-таки в бизнесе действительно личный бренд – это то, что ты сознательно строишь, и он очень завязан на том, как ты об этом говоришь. И часто, к сожалению, завязан только на том, как ты об этом говоришь, но мы тут опустим этот момент. Все-таки научное сообщество – это про демонстрацию результата, по которому есть оценка. У нас в бизнесе факт-чекинг производится не всегда настолько четко и вообще не всегда настолько точно можно проверить этот результат. Кажется, что в научном сообществе все-таки единая база того, что считается результатом и как можно оценивать того или иного специалиста. Но мне очень понравилась мысль про то, что когда ты стремишься работать в какой-то лаборатории или с каким-то конкретным человеком, ты постепенно повышаешь свой уровень для того, чтобы потом вот этот опыт работы совместной получить. И он тоже перекликается очень здорово с бизнесом, потому что очень часто к известным людям в известные компании идут работать на там, стартовые позиции, на базовые, для того, чтобы этот опыт получить. И это очень классная стратегия, по крайней мере, то, что я в бизнесе вижу. Я так понимаю, что в академической среде это тоже очень удачная стратегия работы, когда ты получаешь такой опыт и действительно ставишь себе цель. Я хочу попасть в эту компанию, работать с этим человеком, потому что это разовьет и усилит меня.
Ну да, мыть пробирки, знаете, как попасть в лабораторию, в которой ты хочешь работать. И если тебе доверяют мыть пробирки, знаете, как сначала ты смотришь, как руководитель лаборатории ставит эксперименты, потом тебе доверяют мыть пробирки за ним. Вот если доверили, значит, уже ты на верном пути. Ну а дальше доступ к экспериментам, к аналитике, к разговорам и так далее. Угу. Здесь близки, похожи, можем перенимать точно так же. Ближе к финалу хотел немножко поговорить про то, что из себя представляют вот мягкие, жесткие навыки в академической среде. В бизнесе мы часто об этом разговариваем, софт-скиллы, хард-скиллы. В каких-то профессиях хард-скиллы первичны, потому что, ну, условно, там, не умеешь программировать, сложно объяснять то, что ты не умеешь делать. Но софт-скиллы, возможность общаться, объяснить, что ты хочешь, коммуницировать друг с другом, понимать, что имеет в виду другой человек, вообще понимать другого человека, работать в команде – супер важная история. Как дело с этим обстоит у вас? Ой, мне кажется, у нас ведущая история – это soft skills, потому что, знаете, hard skills – это такая история, ну, они, конечно, важны, но мы их постоянно развиваем, и это такая история, мы все время делаем все для того, чтобы повесить свои hard skills. И если вы спросите у ученого, доволен ли он своим уровнем компетенции, то я так подозреваю, что большинство скажет, что да нет-нет, посмотри, вот еще вот там вот есть, вот авторитет, который мыслит, ты что, я до него даже близко нет, я пока еще стою тут в коридоре на коврике по этому поводу. Но если говорить про софт-скиллы, которые, кстати-то, впервые про них-то и в академической среде и заговорили, про их важность для постановки научного исследования. Ну вот посмотрите, у нас же все на этом завязано, да? Боязнь ошибок у нас их нет, да, то есть вот это толерантность к критике, да, безусловно, и вообще способность адекватно выслушивать критику. Стрессоустойчивость, ну, конечно, понимаете, когда ты ставишь 20 экспериментов, у тебя не получается ничего, и ты продолжаешь, ну, вообще отличный показатель стрессоустойчивости. Рутина, ну, то есть которая делает вообще, насколько мы толерантны к рутине. Да постоянно, вся наука – это очень такая рутинная работа. Можно всю жизнь, как Мария Кюри, мыть руду для того, чтобы получить какую-то элементарную крупицу, и это ей очень повезло, что она получила результат. А можно было всю жизнь мыть руду и ничего не получить в итоге. А потом вот это вот все, что связано с обучаемостью, креативностью, критическим мышлением. Это же вообще наше все. Ученый, который не развивается, который не повышает свой уровень компетенции, который не следит за новейшими исследованиями, который не реагирует на новейшие тренды, но это же вообще, ну, мне сложно представить такого ученого. Это, знаете, это такой преподаватель из в худшей его версии, как в том анекдоте. Ну, если ты не умеешь работать или заниматься научным исследованием, иди преподавай. Вот это вот туда, да. Поэтому, если мы говорим все-таки про академическое сообщество, которое включено в контекст современного научного знания, то у нас все завязано на soft skills. И эти soft skills постоянно развиваются, и они все время на протяжении всей жизни дополняются. А потом, кстати, та же самая коммуникация. Я уже говорила сегодня о том, что научное сообщество, оно невозможно без взаимодействия. И поэтому, ну, если ты хочешь заниматься современной наукой, будь так любезен, учись коммуницировать с коллегами. И причем не с точки зрения, вы тут все не молодцы, а я один гений, а с точки зрения того, чем мы можем тут друг другу быть полезным. Неожиданно для меня, я вот с точки зрения бизнеса занимаю тоже позицию, что софт-скиллы важнее, хард легче подтянуть. Неожиданно, что в научном сообществе именно так, потому что в моей картине мира ученый – это прежде всего хард-скилл, и потом уже все остальное. Нет, по-другому. Слушайте, ну это стереотип, знаете, откуда он идет? О том, что мы такая, знаете, как такое сообщество, которое за стеклом держится. Вроде такие обезьянки, на которые можно посмотреть в цирке, они там чем-то очень важным занимаются, но чем-то очень сложным. Не очень понятно, что они делают. И поэтому ну, мы на всякий случай их трогать не будем, потому что обезьяны с гранатами неизвестно, откуда прилетит. Да? И вот для того, чтобы, кстати, этого не было, есть научные журналисты и популяризаторы науки, которые переводят с языка науки, то, чем вообще занимается современное академическое сообщество, живым людям вообще как-то, что там происходит, и поэтому не так все сложно. Но вообще, почему кажется, что hard skills доминируют в научном сообществе? Потому что, как правило, те знания, которые обладают ученые, эти навыки, которыми они обладают, они очень сложные. И для того, чтобы достигнуть тот уровень, вообще достигнуть того уровня знаний и той специфики принятия решений, механизмов мышления, которые есть у ученых, конечно, нужно много работать.
Движемся тогда к финальному вопросу. Мы не все успели, потому что все такое интересное, а время, как всегда, не растягивается больше часа. В научном сообществе, не знаю, а вот в бизнес-сообществе последние несколько лет очень активно обсуждается тема искусственного интеллекта. Последние два года всплеск у нас, мы ищем, причем практические применения, если раньше мы слышали на конференциях, только большие крупные компании позволяли себе эксперименты, и у них там были какие-то результаты, то теперь это на вытянутой руке, это в телефоне, в чатах, это там в навигаторах, все где угодно. Мы можем использовать искусственный интеллект и становиться выше, быстрее, сильнее. Какие у вас взгляды в научном сообществе на искусственный интеллект? Как это изменит вашу работу? Что там будет? Ой, мы очень рады, мы очень эту всю историю приветствуем, потому что, ну, если исключить вот этот плагиат и научно-подобные публикации, когда там искусственный интеллект генерит научные журналы, оно ни на чем не основанное, но в целом это очень крутая история. Почему? Потому что искусственный интеллект очень облегчает жизнь ученых. Во-первых, он круто помогает работать с большими данными. То количество публикаций, которые появляются каждый день по отдельной научной отрасли, оно зашкаливающее, и живой человек, человек один не может эту всю историю обработать эффективно. Искусственный интеллект это сделает в считанные минуты, и это делает очень эффективно. Второй момент, он, конечно, ищет ошибки в больших массивах расчетов данных и помогает эти расчеты проводить. Но самая крутая история, как он оптимизирует вообще научный эксперимент. Из последнего, что меня очень сильно впечатлило, это область исследования квантовой физики, которая занималась аналитикой того, как взаимодействуют электроны между собой, когда их больше двух. И вот это взаимодействие описывалось более чем 100 тысячами формул. Осенью 2022 года появилась, по-моему, в сентябре, появилась публикация о том, что искусственный интеллект оптимизировал эту историю до 4 формул, из 100 тысяч до 4. И пока, вот у нас уже прошло 2 года, результат не меняется, да, то есть там вроде все верно он сделал. Более того, например, исследование новых лекарств, совершенно потрясающая история. В искусственный интеллект мы загружаем базу данных, которые у нас есть, их колоссальное количество, сдаем параметры, которые нам надо, и он предлагает варианты, причем он предлагает совершенно такие вещества, о которых мы не можем даже подумать. Проводим результаты в лабораториях, кажется, что да, все круто работает. Он настолько оптимизирует вот эти вот усилия рутинные, что это просто восхищает. Но с другой стороны, искусственный интеллект уже сейчас используется для прогнозирования дизайна эксперимента, для выстраивания новых и новых гипотез. То есть то, что это совершенно потрясающий помощник для развития науки, однозначно. Вопрос в том, как эту всю историю контролировать. Но тут мы пока еще не очень понимаем, что делать. Пока нашей критической рефлексии хватает и наших инструментов хватает. Но с другой стороны, понимаете, поживем, увидим. Будет он совершенствоваться, будем мы совершенствоваться. Но вообще общее настроение отличное, классное. Нет ли какого-то опасения? Мы на конференциях регулярно получаем вопросы, отвечаем на них, что искусственный интеллект заменит часть сотрудников. Нет в научном сообществе такого страха? Слушайте, ну у нас есть на этот ответ такой «поживем, увидим», да. А второй момент, чего бояться? Делаем то, что от нас зависит. И в этом смысле вместо того, чтобы бояться и рассуждать в варианте «нужно все запретить и остановить», нужно искать варианты оптимизации и контроля вот этой истории. Например, компьютер IBM Watson, про который, наверное, знают все, который отлично работает в медицинской истории и анализирует огромное количество медицинских материалов, уже мы не понимаем, как он это делает, и он дает советы, рекомендации по поводу лечения тех или иных заболеваний онлайн. Что мы с этим делаем сейчас? Мы не понимаем, как он генерирует эти советы, потому что он каждую там, минуту получает новую публикацию, по-моему, каждые 45 секунд он получает новую публикацию, анализирует ее и включает в базу данных медицинских, которые у нее есть. И на основании этих новых данных он дает врачам, которые у него чего-то спрашивают, рекомендации, как лечить пациентов. Так вот, что мы делаем сейчас? Мы берем эту рекомендацию и проверяем, насколько она действительно адекватна, исходя из тех данных, которые у нас есть. Контролировать, перепроверять, ну а дальше посмотрим. Вы знаете, вот эта вся история, связанная с теорией катастроф, она мне не близка вообще, и очень многим моим коллегам тоже, потому что любая катастрофизация, она приводит к страхам и к параличу интеллекта. Нужно не бояться, нужно задавать вопросы, что мы конкретно в этой ситуации можем сделать, что от нас зависит сейчас,
какие инструменты решения у нас этой задачи есть сейчас, а что нам нужно оставить на перспективу. Вот эту перспективу поставить для себя как одну из целей и задач, и, собственно, ее решать. Человечество всегда выживало в любых катастрофах. Понимаете, у нас куча всего там происходило, и динозавры вымерли, и там всякие извержения вулканов были, и экологические катастрофы случались, и всякие пандемии. Ну, мы же живем. Так что все будет хорошо. Мне подход нравится, и настроение нравится. Мы примерно в том же русле. Мы, во-первых, говорим, что это концепция ко-пилота, так и называем ее. Это помощник, это то, что нас усиляет, а не заменяет. И понятно, что мы можем взять эти рекомендации. И точно так же сейчас, как там с GPT-моделями условными, мы не доверяем им полностью, а используем их для того, чтобы вместе креативить, проверять идеи, искать варианты, там, что-то делать, писать, но пропускать через себя. Здесь мы совпадаем. Хорошо. Татьяна, огромное спасибо за эфир. Мы в небольшое подтверждение, кстати, того, что искусственный интеллект во всех сферах, и в академической, и в бизнесовой, и во всех остальных. Сегодня наш эфир расшифруем и дадим вам в качестве бонуса, расшифруем не сами, с помощью искусственного интеллекта. Это вот та помощь, которая у нас уже в руках, и которой мы не можем не пользоваться. Татьяна, огромное спасибо. Было очень интересно посмотреть на параллели. Я надеюсь, друзья, вы тоже поймали некоторые моменты, которые используют ученые в ежедневной работе. Вот их к этому готовили. Мне очень нравится история с ошибками, с экспериментами, с обратной связью, с аналитикой регулярной и с постановкой целей. Это вот то, что у меня сейчас осталось после эфира прямо в голове. Мы эфир тоже выложим и в текстовом варианте, и в видео можно будет посмотреть. И надеюсь, вам это тоже поможет сделать свой бизнес более осмысленным, ближе к целям или еще так, как вам захотелось бы поменяться внутри для лучшего достижения тех результатов, которые вы хотите. Спасибо большое. Спасибо вам за приглашение и спасибо за очень интересные вопросы. Спасибо. Счастливо, друзья.